Сегодня в Якутске официально распахнул свои двери Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Событие по-настоящему долгожданное. Строительство было начато еще в 2014 году. До сих пор семьям приходилось ездить в центр Сувак в Нерюнгри или за пределы республики. Теперь же современный, оснащенный высокотехнологичным оборудованием центр доступен в столице. На открытии побывала и наша съемочная группа. Репортаж Сарагланы Захаровой. Первые воспитанники реабилитационного центра уже завершили сезон. Прогресс налицо, говорят сотрудники. На подходе новая группа из 50 детей. У нас более 500 детей по городу Якутску состоят в очереди. И вот из этих мы на этот раз опять попросили детей от 4 до 7 лет с нарушениями задержкой психоречевого развития. Пока вот так. Оборудование будет, тогда начнем приглашать детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушениями слуха, а потом нарушениями зрения. Часть оборудования поступила и уже запущены сенсорные комнаты, кабинеты лечебной физкультуры, классы для занятий по особым методикам. К слову о последних. Кабинет с необычным названием «Сова няня» обставили накануне официального открытия центра. В игровой форме специалисты помогают ребенку избавиться от страхов перед общением с другими людьми. Одеяло утяжелители. Все это используем в игровой форме. Например, ребенок лежит, и сверху можно вот этой одеялой накрыть, чтобы успокоился, чтобы телесный контакт с другим предметом, чтобы им было как-то спокойнее. Только сегодня сотрудники получили 35 коробок с новым оборудованием. Это лишь верхушка айсберга. Каждый из аппаратов требует особой подготовки от специалистов. Сегодня работники центра проходят мастер-классы и повышение квалификации прямо на местах. В этом вопросе ожидается поддержка от федерального центра. В рамках программы «Доступная среда» в 2019-2020 годах планируется субсидировать субъекты, чтобы помогать им оснащать реабилитационные центры. В том числе там будет мероприятие, посвященное подготовке кадров. Мы будем готовы оплачивать, софинансировать обучение специалистов в ведущих отечественных центрах. Когда технику доставят и установят, то центр заработает на полную мощность. А это 150 мест дневного пребывания и 100 койко-мест с круглосуточным стационарным лечением. В год он сможет принимать до 3500 детей. Это полностью закроет потребность республики в реабилитационной помощи. Сарглана Захарова, Василий Слепцов, Якутск.